Короче, вот, ребята, это бургер от Сидельникова. Сегодня открытие Главкино в медиа-центре в Заряде. Куда вы убежали? Я оператор или кто? Ребят, ловите мой 7-й видеоблог. Приятного просмотра и погнали! Мы отдохнули, поплавали, а теперь будем есть бургер от Тимура Сидельникова. Ребят, тут очень много бургеров, и вот он, который мы хотим заказать. Сидельников бургер. Короче, вот, ребята, это бургер от Сидельникова. Тут вишневый сироп. Сырная котлета, да, это именно это сырная чё? Котлета. Там еще внутри бетона немножко есть. Это обычная котлета, потом там какой-то соус и свежие огурцы. Придавливаем немножко, вот так. Как это он рассказывает. Что там? Ой-ой-ой. Сырная котлета. Значит, кусаем с этой стороны. Попробуем, ребята. Я сейчас очень чумазый, но это очень вкусно, честно. Прям вишневый сырок здесь в тему. Спасибо. Мы сейчас заказали картошечку. Ее подают вот в таких стаканчиках. Куски сыра. Чистый сыр. Сыр, ребят, тут настолько нежный, что можно брать картошечку и просто вот так вот, вот так вот делать. Еще я здесь заметил такую прикольную комнату. Тут можно посидеть, подождать, пока твой бургер приготовится, порисовать. Что еще? Поиграть. Футбол. Интересно, только где мяч? Может быть здесь? А, тут его нет. Ну или здесь. Оп, он тут. Давайте попробуем забить хотя бы кого-нибудь. Эй, ты! Давай, так. Ну, почти. Вот. Гол, ребята, все, я забил. Мы уже репетируем, вот, репетируется выход фиксиков. Следующая сцена моя. Thank you.
Ребят, сегодня открытие главкино в медиа-центре в Заряде. Фильм. Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Я всегда перед тем, как снимать, прихожу на площадку, чтобы сказать: мы снимаем вот в этом направлении. Пожалуйста, лифтваген, генератор, вот здесь не ставьте, и вот здесь не ставьте буфет. Конечно, в настоящей юрте нет плазмы, но все же. Это защитный костюм. Кто учит азбуку Морзе, тот поймет. Моя дедуля научила. Куда мы убежали? Я оператор или кто? Короче, если вы живете в Москве и все еще не сходили в парк Заряди, обязательно приходите сюда. Здесь очень круто. Отличные виды. Вон там находится Кремль. В общем, даже если вы живете... Споткнулся. Даже если вы живете не в Москве, если будете в Москве, приезжайте сюда. Обязательно. Снимал я наверху очень мало, потому что сейчас не очень хорошая погода. А когда будет хорошая...